Всем привет! С вами Федор и канал FXPC. Видеокарты среднего ценового диапазона всегда пользуются большой популярностью. В свое время такими были GTX 660 и 660 Ti. И сейчас их можно весьма выгодно купить на Авито. Передо мной 2-гиговая GTX 660 Ti от Gigabyte с двумя большими вентиляторами, страшным и простым радиатором с парой толстых теплотрубок. По видеоразъемам все просто, 2 DVI HDMI DisplayPort. Для дополнительного питания используются 2 6-пиновых разъема. Видеокарта поддерживает SLI, хотя я не думаю, что это кому-то сейчас пригодится. Средняя ее цена на БУ рынке 5-6 тысяч рублей. Видеокарта оказывается немного производительнее, чем GT 1030. И, в принципе, это может оправдать ее такую цену. Хотя я бы ее покупать не стал. В плане производительности у этой видеокарты все достаточно интересно. Более-менее старые игры идут отлично. Мы имеем около 30-40 FPS на очень бодрых настройках. Всегда можно немножко снизить и получить заветные 60. Современные же игры, как, например, Assassin's Creed Origins, выдают те же самые 30-40 FPS, но уже на низких настройках. К великому сожалению, я не успел записать тесты в Star Wars Battlefront 2, поэтому просто о них расскажу. На низких настройках карта выдает стабильно 60 кадров. Если же поставить средние настройки, то получится вдвое меньше – 30. Это вполне играбельно, особенно для одиночной кампании. На этом я с вами прощаюсь и оставляю вас смотреть тесты. До новых встреч, пока! Последний раз мы уходим.